Спортивный фестиваль «Все сюда» организован по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей. Юных спортсменов здесь тестируют на профессиональном оборудовании. И это неудивительно, ведь сдача всех так называемых нормативов гарантирует приглашение в клуб ЦСКА. Как говорят сами организаторы проекта «Все сюда», из 90 юных спортсменов такой шанс выпадает лишь одному. Сегодня на площадке стадиона «Спартак» собралось более 450 начинающих футболистов со всей Рязанской области. Задача проекта первая. Первое – это найти ребят неохваченных. То есть мы понимаем, что мы ищем ребят по всей России, вот, но ищем только там на профессиональных соревнованиях. Мы уверены, что есть талантливые ребята вот, в регионах, которые не охвачены и которых мы сможем найти с помощью фестиваля. Ну и второе, конечно, прививать любовь к футболу и по возможности к нашему клубу, который как бы приезжает сюда не только искать ребят для того, чтобы сделать их футболистами, но и болельщиков. Организаторы уверены, быть футболистом значит не только проявлять физические качества, но и уметь принимать решения за короткое время. Фестиваль посетил министр спорта России Михаил Дегтярев, который дал высокую оценку мероприятию, подчеркнув, что Рязань – это спортивный город. Отбор по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта, компьютерных всех технологий. И уверен, что проект будет жить. Мы его поддержим. Я думаю, что «Все сюда» займет постоянное место в спортивном календаре. Ну и хочу напомнить, что, как говорит президент Владимир Владимирович Путин, спорт высших достижений рождается исключительно детско-юношеских секциях. Одной из центральных площадок фестиваля стала благоустроенная территория Лыбецкого бульвара. Здесь для рязанцев и гостей областного центра прошли спортивные турниры, а также показательные и танцевальные выступления в скейт-парке. По словам жителей региона, открытие этой зоны отдыха ждали уже давно. Очень рада, что у нас появилась такая вот площадка и есть возможность у ребят теперь кататься в нашем городе. Это хорошо, то, что молодежь теперь будет больше заниматься спортом, а не где-то там гулять или еще зависать. В общем, все круто. Я думаю, что обязательно это будет интересно. Очень много различных площадок, очень много разных интересных мест, где можно проводить время. Полный восторг. Больше всего мне понравился скейт-парк. Мой сын здесь катает, поэтому, безусловно, это то место, которое мне здесь ближе всего. Спортплощадку на Лыбецком бульваре построили благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Она станет частью большого маршрута «Рязань-пешеходная». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».